президент Российской Федерации Владимир и Родину. Вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими. Самое святое и самое дорогое, что у нас. Ура! 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 Россия!